Так, это у нас Азовское море, Крым, поселок Курортное, рядом с Керчью. Достаточно ветрено, хотя не холодно. Грязь бы море выкинуло себе волнами. Чайки пытаются поймать. Навряд ли можно что-то слышать. Слышите, да, какой ветер сильный? Места очень красивые, особенно вон там на холмах, вообще бескрайние. Нет, просторы выглядят все как будто нетронутая девственная природа. А здесь, да, вот этот поселок, он что-то такой весь разрушенный. Вот и вон там он видно, вон там вдалеке дома стоят, они на берегу стояли, там подмыло полностью фундамент, они пустые, наполовину сломанные. Ну, тепло. Тепло, хорошо. Дышится прям полной грудью. Вчера купались, а вот сегодня так немножечко штормит.